Что, добренького утра вам. А вот вид с окошечка, 47 этаж, пожалуйста. Вот такие виды. Здесь и живу. Сейчас пойдем куда-нибудь. Ну, сегодня пойдем в Феррари парк, или как он там называется. Там чуть полазим. В выходные будет дрифт. Вот, выходные будет дрифт. Ну и плюс мы еще потренируемся, наверное, потренируем. Здесь где-то. Ну, с трассой поедем познакомиться вечером. Короче, план такой. В общем, у меня сегодня день прогулок, оказывается. Вечером поедем в гараж, на трассу сегодня не поедем, ничего не будем. Поэтому сейчас гуляем по какой-то набережной. Да, выбросили здесь, сказали, иди гуляй. Вот, где-то гуляю. И вот тут такая обстановочка. Такой пирсик тут. И такая обстановочка. Где-то там дальше Феррари парк и Warner Brothers парк. Не знаю, дойду, не дойду сегодня до туда. Ну и смысл. Надо туда с утра приезжать, походу. Так что пока просто ходим, хилимся, изучаем обстановку. Короче, услышал звук гоночных двигателей, добрался до автодрома, там лес Marina Circuit, вон видите там всякие Lamborghini, McLaren, формулы какие-то ездят. Тесты идут. Короче, пришел на звук. По карте не ориентировался. Короче, гоночный звук всегда приведет туда, куда надо. Короче, я одного не могу понять. Я шарахаюсь уже где-то часа полтора. Ходил по набережной, там всю набережную обходил. Обошел вокруг весь этот автодром. Marina Circuit. А где все люди? Я, наверное, за это все время, за полтора часа, может, 5 человек встретил. Чтобы вы понимали, смотрите, никого, никого. О, есть какой-то один человек. Все, просто никого. Где все? Апокалипсис не произошел случайно? Дошагал до Феррари парка, или как он называется. А он там дальше Warner Bros. Что-то как-то тишина, вообще людей нет. Хотя машинки сейчас проезжали. Решаю учить красиво. А мы, короче, пришли на мировой какой-то турнир по теннису и будем болеть за Андрея Рублева. Сейчас у него будет матч. Ромка. Сань, помаши ручкой, ну ты что ты? Вот тут уже движуха, люди есть, представляете, я вижу людей. Прям активненько тут. Пойдем посмотрим, что тут происходит. Ну здесь уже интереснее, чем там, где был я сегодня. А здесь лавка Вилсон и... Вот такие мячики покупаешь, здесь можно брать автограф, типа увеличенный. Можно такой, а можно чуть побольше взять, типа вот такого. Берешь, покупаешь и автографы раздаешь. Ну, короче, движуха прет, и там еще что-то, и пойдем дальше там погуляем. Короче, тут есть чему поучиться, на самом деле. Вот выставочные зоны, вот машина, не просто стоит, а на стейдинге подписана, менеджер работает. Плюс фотозоны уже такие. Очень красивые, рабочие и ощущение реальности создают. Потом вот такие активности теннисные. Вот тебе нужно попасть, видимо, мячиком в какие-то отверстия. Вот видите, мячики продают. Там какие-то тоже зоны. И вот, вот целая улица, движу. Вот так
партнерам нужно работать с мероприятиями. Вот, я впервые, кстати, на теннисе. Народу, кстати, немного зрителей, но в Песняке дофига. И вот Андрей Рублев играет. Tennis time coming your way in just a few.